Спонсор данного ролика — Steam Market. Здесь вы найдете аккаунты на любую платформу, например, Steam, Origin или Uplay. Удивительно, что именно на этом сайте самые низкие цены на аккаунты. Например, Prime аккаунт с CSGO стоит всего 60 рублей. А вот игра Battleground всего 200 рублей. А все остальные игры ты можешь посмотреть сам. И самое главное, что покупая здесь, ты не рискуешь потерять деньги. Ведь здесь стоит система, которая автоматически проверяет продаваемый товар. А значит, получить невалидный аккаунт просто невозможно. Также вверху некоторых товаров висит красная табличка. Если вы попадете на такой товар, советую ее прочесть. Но ссылка на этот замечательный сайт в описании. Ребята, вышли твичуберы и, блядь, кайфуем нахуй! Сейчас будет контент. Данное видео несет... Ой, это что? Это Вовочка? Исключительно юмористический характер. Видео не может содержать себе сцен насилия, а может содержать. Смотрите, пожалуйста, оригинал видео, а не только реакцию. Ты целыми днями зависаешь на Твиче? Да-да, я! Алло? Хуем попу не дало. Кто это? Меня зовут Валерий Альбертович. Можно просто Валера Большой. В смысле, ты какаешь? Я думала, ты не услышишь, я пёрнула. Давайте вот так вот сделаю. Я по запаху слышу. Я слышу запах, чувствую, воняет. Давно хотел сказать тебе, я подводная лодка, ты моя падина Марианская. Я войду в самые недры в поисках жемчужины. Что? Что ты сказал? Я имею в виду твой клитор достать. Слушай, что тебе нужно? Будь моей принцессой. Я языком погружусь в самое-самое дно, малыш. И буду исследовать твои глубины. Можно мне такого Валера? Есть пробитие! Я здесь. Стой, я здесь. Я здесь. Давай, выбей, чучело, давай, выбей. Я здесь, кста. Я здесь, кста. Да за что, мы же олды. Девчонка! Девчонка! Девчонка, я здесь, кста! Я здесь, кста! Налево спасешься, направо погибнешь. Ты давай лучше затормози, блядь! Еба, хуйня! Почему эту тёлку... Почему эту тёлку не сделали каким-то стримером? Блять, вот чувствую запах пизды. Не пойму, где эта пизда. Опа, папа, сюда, тварь! Да. Ой, чёрт. Ля курица, девчонка. Стоять, гнида! Хуя, блядь. Нахуй. Всё, да-да, моя бочка. Вот и всё. Твичи фан за это забанят? Напиши, пожалуйста, в чатик. За это могут забанить? Ну, я думаю, нет, в этом ничего такого нет, ребят. В этом ничего такого нет. Ну, типа, вы тоже не начинаете преувеличивать. Настала твоя пожилая кончина. Кончина! Хуй сладкий? И горький. Хуй горький. Хорошо, Алихан, извини. Тихо, 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 тихо. Письку дашь, отпускай. Покажи письку, я отпускаю. Быстрее, блядь, пока никто не бачит. Покажи письку, я отпущу. Алихан, нужно относиться ко всему более лояльнее, спокойнее. Я никого оскорбить своими шутками не пытаюсь. Успокойся. Успокойся, успокой всех, кто тревожится на этот счет. В этом ничего такого нет. Я мусульманка, но я родилась в Москве, и всю жизнь я живу в Москве. И я воспитана вот так, как я воспитана. Прости меня за то, что я не жила всю жизнь в Азербайджане и не воспитана по-скромному. Я, блядь, не знаю, ни с кем не тусуюсь, я не шалава, я не бухаю, я не курю, я ничего плохого и запретного, блядь, не делаю. Я просто матерюсь, и нихуя в этом такого нет. Я над религией не глумилась никогда, потому что это грех, и я тоже так считаю. И мама меня всю жизнь учила тому, что нельзя глумиться над религией. Я могу как-то слегка пошутить, но я перебарщивать с этим не буду.
Поэтому вот то, что ты сейчас хуйню такую напиздел, ну типа это вообще хуйня лютая просто, чувак. Хочешь, да? Ну все, тогда, блядь! Материться, это ничего такого в этом нет. Я не хожу из-за не меня, я хуйня не страдаю. Цаца злая. Все, ребят. Я ушла, убежала кушать и спать. Люблю вас. Давайте. Сука, выходи, блядь! Что это было, блядь? Бля, и почему я вечно на это ведусь? Ну почему я вечно на это ведусь? Привет. Я закончил рассказать. Пипец. Анекдот что-то, короче, вчера услышал. Ну давай. Это реально охуенный анекдот. Давай. Это реально гениальный анекдот. Сидит муж с женой на кухне. Муж говорит жене, может, ты мне сегодня изменять сделаешь? А она ему отвечает, может, ты сегодня еще хуй пососать? Ебать, угорала. Обожаю этот анекдот. Если два парня моют вместе пол, их можно считать половыми партнерами? Смеюсь. Пора уходить, Ром. Я все ухожу. Уроки надо делать. Проебешь. Спорим? Спорим. На что спорим? На фоф он нормальный, на давай. На 8 лет. На 8 лет я спорить не буду. Это что-то жестко. На 8 лет поцелую. Нет. Ну ладно, давай. О, алло. Ладно. Ебать! Добро пожаловать к папочке, сучка! Нет, не держу. Ты чё, дебил? Ой, воу-воу-воу! Ой-ой-ой-ой-ой! Чего, блядь? Это всё была наёбка. Наёбка для уёбка. Блядь! Ты маленькая девочка. У нас бы никогда ничего не получилось, даже в силу возраста. Мы вообще другу не подходим абсолютно. Я не знаю, мы как огонь, не вода. Блядь! Это просто... Кто создает VTuber? Дайте мне ссылку на него. Он просто такой смешной, блядь. Это ГГ! Что вы знаете про Дрю? Как это старая шлюха, я так понял. Как близко вы знали жертву? Ладно, я скажу как есть. Эту девку ебали в рот, в жопу и вообще куда только угодно. И кормили. Что бы вы сказали в ту ночь? Бей шлюху, еби ее, еби тварь ебаную, на, ебите ее. Давай, еби эту тварь, на, изи. Сосай! Ты на меня зла не держи, на самом деле. Я просто не привык как бы с тобой общаться. На тебя посмотришь, ты какой-то уебан. Ты как бы не мужик. В смысле неприятный? Чё я сделал? Ну чё, как в прошлый раз? Попку дашь? Да за шо? Чё я вам сделал? Да, может быть, я выгляжу не так, как многие, но я добрый человек. Не обижайте меня. Во, шлюхи ждут! Во, блядь, пен оставай! Это что, фен? А это... Кстати, ребят, я сегодня в ресторан... Нахуй ты чё хуйню такую высрала? Расскажите мне, пожалуйста. Окей, чек, ну спасибо. На дворик ходила в галерею. Вот, ну и, короче, а там... Она с Хардом, они же друзья. Зашел челик, нагнул меня и выебал раком. Шлюха! Братан! А почему Хеса Саринян? Я сейчас твой, блядь, башка, твой жопа наизнанку выверну, понял, нет? Ну давай. Е-бой. Трек, ребят, новый трек сделали. Я вам сейчас покажу этот трек. Вот, и вы зацените вместе со мной. Ну это очень странная песня, я вам сразу говорю. Голубая луна. А почему, в чем прикол? Как никто его любил. Это нравится, мне это нравится. Мне нравится, мне правда.
А, мне не написали, это ложь. Правда, нравится. Захотелось хуй отрезать и выкинуть в окно, блядь, чтобы я не слышал ничего. Вами часто хочется хуй отрезать, ребята, кто-нибудь не знал. Енотик полоскун, полоскаю свой писюн. Мама, смотри, я как Наруто, я люблю аниме. Мой гора любимый, родина Кавказ. Там в горах... Хочешь нереальные мувы сейчас покажу, смотри, нереальные мувы. Я сейчас тебе покажу нереальные вещи, тебе покажу нереальные мувы. Я уже встал. Чтобы не спутали, ага, ты хочешь, я поняла, что ты хочешь, что ты, сгинь, что ты хочешь. Воу-воу-воу, ой-ой-ой-ой. Такие мягкие, такие большие, такие гладкие. Нормально. Так, так нельзя. Да давай быстрей. Не могу быстрее. Да давай, давай быстрее, пожалуйста, на Вовочку. Давай. Ёбаный, ты чё, Ваня, что ли? Это чё сейчас было? Так, это кто? Что это такое было? Что? Кого, блядь? Мама, мама, мама! Это тот чувак, который пылесос ебал. Почему, сука, именно у Диксогена постоянно какая-то хуйня? Ебать, вы это видели? Вы это видели, нахуй? Вот пусты, блядь! Вот пусты! Подожди, это моя сестра, но она же черная. Я полностью извиняюсь за слова папича, я полностью не согласна. Он не должен был этого говорить, мне кажется, он тоже, он осуждает это, и он толерантен ко всем, ребят. Извините, кого мы могли оскорбить этими словами. Я извиняюсь за его слова, он не должен был так говорить, извините, ребят. А, ебать! Тебе рот не открывается. Ебать, рот! Это монтаж или это было по правде? Да прикинь, блядь, вот это сидели, блядь, вырезали. А, это все? Это все. Ой, я скрыла старый сбор, который мы уже собрали. Как самое убрать? Во, нашла. Пиздец, очень годно на самом деле. Ребят, прежде чем, пожалуйста, запомните. Ставь